Твери близится к завершению работы на объектах благоустройства, которых проводится в рамках программы поддержки местных инициатив. Ход работ контролируют местные жители, специалисты районных администраций, депутаты Гордумы, а также представители общественности. Жильцы дома на улице Паши Савельева, 54, опытные участники программы поддержки местных инициатив. Установка детской и спортивной площадок стала их первым проектом. Теперь, когда внутри двор благоустроен, жильцы решили пойти дальше и установить ограждения с калитками и воротами по всему периметру. Здесь будут только свои, только гости. Машины скорой помощи, пожарная, спецслужб будут через эти ворота пропускаться, поскольку будут работать специальные камеры. А гостей можно будет встретить также или у входа, или набрав номер квартиры с домофона любой калитки из четырех, открыв эту калитку из квартиры. Этот проект предусматривает не только монтаж ограждений. Вот новая контейнерная площадка, которая теперь будет располагаться на закрытой территории. Она рассчитана на 5 баков с отсеком для крупногабаритных отходов. Самое главное, они неравнодушны, и поэтому они все время что-то хотят сделать. Здесь и детская площадка, и спортивная площадка. И если увидите, какие газоны, и зелень какая посаженная ими. По ПМИ они выигрывают и улучшают свои условия. Также в рамках проекта поддержки местных инициатив в доме по улице Паши Савельевой, 54, должны появиться шлагбаумы и смонтирована система видеонаблюдения.